В общем, решила я больше ничего сюда не добавлять. Сумела я себя остановить, остыл азарт. На данный момент мне хватит. Завтра ж точно возьмусь и опять что-то подорисовываю. Надо нарисовать новую, и тогда будет проще завтра дорисовывать. Завтра у нас как раз ее время, пентакливое, осеннее равноденствие. Пойду-ка я свечи поделаю. А завтра у нас будет как раз плодородие, благодарность. Вот все эти энергии. Блин, просится между перьями звезда. Остановите меня. У меня давно она просится, просто получится большой вверх поток. Я лучше новую нарисую с таким. И дорисовала парню пентакль, его заросли. А структурироваться он будет в другом варианте. Здесь не хочу ничего добавлять. Какой-то он у меня тут структурированный духовно. То есть вот симметрия какая-то пошла в урожае, в вечности, в бесконечности, но не на земле. То есть нету вот... И здесь я не доделала такую решетку по планете, идущую вибрацией. И здесь не хочу доделывать. Значит, будет еще один вариант, и потом... Может быть, компиляция нескольких вариантов в одном. Но в любом случае, вот что меня не расстраивает, это то, что прорисовывая их, я прорисовываю себя, то есть я-то с собой работаю все равно. А потом на занятиях у меня уже несколько человек в них сидят, то есть оно еще будет работать для людей не единожды, даже вот в таком черновом варианте. Поэтому пусть себе рисуются, разрешаем.